Владислав Каташенков, игрок сборной России. Влад, с победой. 2-0 обыграли американцев. Несколько слов о том, как складывался поединок. Спасибо большое. Ну, скажу так, что мы их довольно-таки хорошо изучили. И сегодня очередной раз было теоретическое занятие, где мы, скажем так, перед последним шагом получили последние рекомендации. Вот, то есть мы, в принципе, готовы были к тому футболу, если его можно назвать, в который они играют. И, в принципе, они нам ничем нас не удивили. То есть мы вышли просто и играли свою игру. Главное было удержать и не свалиться на тот стиль и манеру игры, которую они пытались нам предложить. А раннее начало поединка внесло какие-то коррективы? Да нет, я не думаю. Единственное, скажем так, то, что получается, мы побольше поспали, потому что легли до 12, до заката, и поэтому наоборот, я думаю, сила подприбавилась, хорошее восстановление получилось. А какой у нас план на этот день, как мы будем готовиться к четвертьфиналу, к вечернему матчу? Ну, сейчас надо, скажем так, забыть эту игру, хорошенько восстановиться, даже покушать, где-то поспать, и все, и настраиваемся, то есть уже к следующей игре. Все, спасибо огромное, с победой. Спасибо.